Все растения с круглыми кронами нуждаются в стрижке. Нужно обязательно все выровнять. Верхний делаем немножко плоским. Так шарик смотрится снизу более аккуратным. Ну вот, немного постарались, и шарики выглядят практически идеально. Вот так мы чистим большие пруды. В этот пруд перекачали воду из соседнего, потому что вода, которая отстояла зимой, гораздо полезнее, чем водопроводная. Теперь нужно почистить берега. Вот опавшую листву, которая с этой березы осенью попала в воду, сначала убираем с берегов. Обрезаем всю старую траву с горшков, чтобы ее остатки не гнили в воде. Некоторые корни проросли сквозь горшок, поэтому приходится убирать целые бороды. Прежде чем в кашпо высадить цветы, я решила их преобразить, выкрасить в серый цвет. Мне показалось, это лучше, чем яркий белый, особенно с изъянами. Серый смотрится немножечко похожий даже на жемчужину. Тем более, что у меня есть серые ящики. Вот, в них туи. Крыша одного из домов тоже серая. Вот здесь наглядно видно, как было и как стало. Видите, такой вот даже перламутровый оттеночек появился. Есть разница, да? Вот так вот и вот так вот. Мой олеандр собирается зацвести, поэтому как раз для него и готовлю кашпо. Мы красим их в серый цвет. Он любит солнце и цвести будет пышно все лето именно на солнце. А канализационный люк у меня украшает лягушка. Скоро вокруг нее будут цветы. У меня на участке много кленов, поэтому если не уследишь, они моментально сеются и прорастают, и приходится их пропалывать. Кстати, если он уже большой и не выдирается, вы можете просто убрать верхушку. Растение и так погибнет. Сегодня сильный ветер. Ветровик скрипит. Срочно надо смазать маслом машинным. Теперь может крутиться сколько ему угодно и не беспокоить меня скрипом. Теперь собираем плавающую листву. Вот случилась неприятность. Вышел из строя сачок. Вот в этом месте переломился. Будем пытаться пока его изолентой закрепить. А потом будем, видимо, покупать новый. Пока мы убираем озеро, кувшинки временно переезжают в маленькие озера. В кувшинках уже появились листья. Вот одна стоит. И рядом поставим вторую. Вот листочки уже появились. Перегружаем. Вот еще две. А может, сам прилетит?
На крыше одной из моих беседок много мха, и туда прилетают голуби и что-то выискивают. Может быть, семена от березы, а может быть, им мох нравится. Готовится зацвести уже первый пиончик цветущий, Мариин корень. Он красный. Увидел ошибочку. Рядом растущий кустарник на него напирает, а ему нужен свет. Так что будем пересаживать барбарис желтый.